Последнее утро на Тенерифе. Опять замечательный день. У нас еще есть время поплавать перед отъездом. This is Tamara, the ice lady. So she's decided to go in the pool at 8:50, 10 to 9 in the morning before we go to the airport. I decided not to. The water looked very cold, but she's very brave. Выезжаем из этой красивой квартиры. Замечательное место, прекрасная квартира. Очень понравилось. Уже скоро будем в аэропорту. Очень хороший день сегодня. Как раз бы загорать, но нам пора ехать. Уютная квартира. Хотелось бы такую себе тоже приобрести. Мне даже все равно, в каком месте. Я еще не определилась. Мне вот нравится такой формат. То есть как это однокомнатная. Однокомнатная с залом студии и со спальней. Так, очень красиво все, уютно. Последнее видео в этом месте. Такие вот квартиры тут по 250 тысяч евро. Напоминает мне Крым, но можно представить, сколько бы это в Крыму здесь стоило. Все такое как раз под горой, с бассейном во дворе и с морем через дорогу. Вот такие вот шикарные места. Сам остров. Мы выехали за территорию нашего курортного места, и сам Тенериф, сами Канары выглядят вот так вот.